Борис, мне, пожалуйста, бокал каберне совиньон. Да, сэр. Вам еще бочку пива? Нет, спасибо. Борис отменяется. Вы знаете, если вы будете все это есть, рано или поздно холестерин вас убьет. Никогда бы не сказала. Так помолчите и послушайте. Говорят, избавиться от холестерина очень просто. Правильное питание, спорт и никакого холестерина в вашем организме, ведь он так вреден. Ошибаетесь, коллега, холестерин очень даже полезен. Да что ты говоришь? Да-да, именно так. Ну давай ты тогда марш в спортзал, а я пока разузнаю, что да как. Ну что, начнем? Холестерин – это особый вид жиров, который на 80% вырабатывает наша печень. Остальные 20% мы получаем с продуктами. Холестерин – наш друг и наш враг. Совсем без него жить невозможно, потому что он является составляющей, которая укрепляет наши нервные клетки, способствует иммунитету и участвует в формировании гормонов. Однако не весь холестерин полезный. Существуют жиры высокой плотности и жиры низкой плотности. Вредным считаются липиды низкой плотности, вредный холестерин. Он вредит тем, что создает осадок, приклеивающийся к стенкам сосудов, тем самым суживая и вызывая грудные осложнения, инсульты, инфаркты. Учитывая, что рацион среднего жителя России, к сожалению, не сбалансирован, очень полезно к обычным продуктам добавлять биологически активные добавки. Они повышают разнообразные составы продуктов и в том числе помогают снижать вредный холестерин. Биодобавки, которые производятся во Взгуту, известны всем и давно. И вот новинка – Бификардио. Данный препарат содержит бифидобактерии и содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые способны снижать уровень холестерина в крови и снижать уровень сахара в крови. Препарат пока не выпущен в продажу, он находится на стадии лицензирования, но уже проведены исследования совместно с Республиканским клиническим госпиталем ветеранов войн. Да, действительно, мы проводили исследования в течение 14 дней, принимали этот препарат Бификардио и выявили, что липопротеиды низкой плотности снижаются на 18%, это плохой холестерин, и липопротеиды высокой плотности повышаются на 10%, это хороший холестерин. В качестве сырья используется вторичная сыворотка, которая обычно просто на производстве сливается, нанося урон окружающей среде. На основе этой сыворотки культивируют микроорганизмы, затем добавляются ростовые факторы, минеральные вещества, витамины и, наконец, продукт стерилизуется, вносится закваска и культивируется. В конечном итоге получается концентрат, который разливается для расфасовки. Что важно, весь труд делается вручную. На весь цикл уходит примерно 3-4 дня. Самое главное отличие продукта Бификардио в том, что его можно легко и безболезненно использовать для профилактики лечений, в то время как у лекарственных препаратов обычно всегда бывают побочные эффекты. Да и купить их сложнее, потому что на них требуется рецепт врача. Кстати, давайте проверим, а требуется ли? Здравствуйте, а дайте мне что-нибудь от повышенного холестерина. Здравствуйте, а у вас рецепт есть? Нет. Нет,
Без рецепта мы не даем. Без рецепта нельзя? Нет, нельзя. Нет рецептурной строго. А, да, салон, спасибо. Пожалуйста. Без рецепта не дают. И, конечно же, друзья, помните, вы то, что вы едите. Поэтому не ешьте, что попало, а лучше смотрите, что попало. Следующий список. Ваша пицца. Спасибо. Я тоже. Да. Полезный холестерин содержится в жирных сортах рыбы, например, в тунце или скумбрии. Поэтому съедайте по 100 грамм морской рыбки два раза в неделю. Это поможет поддерживать кровь в разжиженном состоянии и не даст образовываться тромбам, риск возникновения которых очень высок при повышенном уровне холестерина в крови. Орехи – это очень жирная пища, но жиры, которые содержатся в разнообразных орешках, в основной своей массе мононенасыщенные, то есть очень полезные для организма. Рекомендуется съедать 30 грамм в день. Из растительных масел предпочтение отдавайте оливковому, соевому, льняному маслу, а также маслу из кунжутных семечек. Но ни в коем случае не жарьте на маслах, а добавляйте их в готовую пищу. Также полезно просто есть оливки и любые соевые продукты. Но следите за тем, чтобы на упаковке была надпись «Продукт не содержит генномодифицированных компонентов». Для выведения плохого холестерина обязательно съедайте 25-35 грамм клетчатки в день. Клетчатка содержится в отрубях, цельных злаках, семечках, бобовых, овощах, фруктах и зелени. Не забывайте про яблоки и другие фрукты, содержащие пектин, который помогает выводить излишки холестерина из кровеносных сосудов. Очень полезен при повышенном холестерине зеленый чай, который убивает двух зайцев, помогает повысить уровень хорошего холестерина в крови и уменьшает показатели плохого. В общем, дорогие друзья, следите за своим здоровьем. Это мы вам как ученые рекомендуем. Ну, будем. Спасибо. А никто и не говорил, что будет легко.